Робер и Раймон Аким представляют. Ален Делон, Моника Витти в фильме «Затмение». Режиссер Микеланджело Антониони. В фильме также снимались Франциско Рабаль, Лила Бриньони, Росано Рури, Мирара Рикьярзи, Луи Сенье и другие. Автор сценария Микеланджело Антониони и Тонино Гуэра при участии Элио Бартолини и Отьеро Оттьери. Композитор Джованни Фуско. Оператор Джанни Ди Винансио. Художник Пьеро Полетто. Совместное производство компаний Interopa Film Cineritz, Рим и Paris Film Production, Париж. Продюсеры Робер и Раймон Аким. Режиссер Микеланджело Антониони. Так что, Рикардо? Ты о чем? О том, о чем мы говорили всю ночь? Да. Давай решать. Я уже решила. Да.
Я ухожу, Рикардо. Ты собралась гулять в такое время? В последний раз. Нет, Рикардо. Прошу, не надо. А что мне делать? Скажи, что мне сделать? Я сделаю это, обещаю. Я сделаю все, что ты скажешь. Только скажи, что? Я исполню это до твоего прихода. Я хотел сделать тебя счастливой. Когда мы впервые встретились, мне было 20. Тогда я была счастлива. Послушай.
Вчера я принесла тебе перевод немецкой статьи. Прости, я не могу больше этим заниматься. Но я знаю людей, которые могут тебе помочь. Я попрошу их, если хочешь. Мне кажется, я больше не должна это делать. Но если ты настаиваешь, я продолжу. Больше ничего не скажешь? Я ухожу. Подожди. Чего мне еще ждать? Прошу, подожди. Мы избегали некоторых тем. Зачем теперь их затрагивать? Нет. Кое-что ты не могла мне сказать. Ты ведь не жестока. К тебе я жестока. Пусть так, Виктория. Но это не важно. Скажи только одно, ты меня не любишь? Или не хочешь выходить за меня замуж? Не знаю. Когда ты разлюбила меня? Не знаю. Ты уверена? Да. Но ведь должна быть причина. Какая-то причина. Я могу ее понять. Я не знаю причины. Я хотел... сделать меня счастливой. Но с тобой я не стала счастливее. Нет, пожалуйста, не начинай. У тебя появился другой? Нет. Нет, я ведь 100 раз тебе говорила. Я могу позвонить тебе? Нет. Я подумал... Извини, я не предложил проводить тебя. Рикардо, я пойду одна. Пешком?
Я пойду с тобой. Зачем ты меня провожаешь? Но я же всегда тебя провожал. Витория, мы ведь никогда не выходили по утрам. Так рано. Открыто. Не хочешь позавтракать? Я не голодна, Рикардо. Не голодна. Для меня это тоже была ужасная ночь. Прости. До свидания. Хотя нет. Мы же будем созваниваться. Или нет? Не будем. Береги себя. Ты совершенно прав. Синьорина. Мама. 1413. Да. 2700. Сколько дашь? 10 тысяч? Хорошо. Нет, фиат подскочил. До 3,53. Простите, синьорина, а у вас есть какая-то информация? Минутку. Я только что узнал, что акции Фан Сидора поднимутся. Купи мне пока 50 тысяч. Хорошо, договорились.
Куплю 20 тысяч акций Фансидера по 20. Я продам 5 тысяч. Продаю 5 тысяч. Куплю 30 тысяч акций Фансидера по 20. Плачу по 40. Плачу по 40. Что ты творишь? Просто верь мне. Плачу по 60. Плачу по 60. Плачу по 70. Продаю 20 тысяч. По 70. Пьеро, 4 миллиона. Браво. Пульетти. Я здесь. Пустите меня. Последний раз. Мама. Как ты здесь оказалась? Мама. Думаешь, надо покупать? Кто бы знал? Я купил Фенсидер за 20. Смотрите, что с ними. У меня их 2000. Придержите. Они поднимутся. Должен сообщить печальную новость. Наш коллега, сеньор Пьетроцци Доменико, сегодня скончался от сердечного приступа. Чувства переполняют меня. Я не могу найти подходящих слов. Прошу вас почтить его память минутой молчания. Это как минута молчания для футболистов. Вы его знали? Конечно, но здесь одна минута стоит миллиарды. Куда ты? Подожди меня на улице, я скоро выйду. Хорошо. Знаешь, сколько я сегодня заработала? Мама, я должна тебе сказать. Дорогая, подожди минуту, не сейчас. Груши сладкие? Очень сладкие, взвесьте килограмм.
Килограмм 20 грамм, 190 лир. Еще и за 20 грамм платить? Идем, не пререкайся за 20 грамм. Не забывай, без лиры лимона не будет. Знаю. Держите, спасибо. Ты позавтракаешь с Рикардо? Да, с Рикардо. Пока, Ви. Пока. Извини, это я. Что случилось, Анетта? Со мной ничего. Но молоток стучал так громко, что Джорджо проснулся и начал жаловаться. Мол, твои друзья засиживаются допоздна. Извини, проходи. А завтра он должен улетать. 3 дня он говорит о своем самолете. Я так поправилась. Не могу отказаться от сладостей. А ты похудела. Как тебе это удается? Это от переживаний. Прошлой ночью я глаз не сомкнула. И сейчас спать не хочу. Снова скандал? Да. Мы всю ночь спорили. И чего ради? Я так устала, так подавлена. Разочарована и сбита с толку. Что мне тебе сказать? Порой мне все равно, что держать в руках. Иголку с ниткой, книжку или мужчину. Хочешь, я отвечу? Скажи, что меня нет. Пронто? Слушаю. Она приглашает составить ей компанию. Я ее почти не знаю. Да, мы придем. Добрый вечер, прошу. Это Марта. Здравствуйте. Сегодня мне везет на знакомство. Проходите. Почему ты до сих пор не спишь? Когда мой муж в отъезде, я плохо сплю. И потом, это ужасная жара. Ты должна быть к этому привычной. Разве в Кении не так жарко? Не так, по-другому. По крайней мере, там, где я жила. А я, наоборот, без мужа лучше сплю. Какая большая удобная кровать.
Что это за озеро? Это возле Найроби. Оно называется Наиваша. Наиваша? А вот еще одно. Здесь мы жили. У нас своя ферма. Вон там, слева. Здесь? Чуть подальше. Значит, здесь? Да, там много тропических птиц и бегемотов. А бегемоты вас не беспокоили? Нет, они выходят по ночам и пасутся с коровами. Вы представляете, один бегемот может дочисто объесть целый акр травы. Нам периодически приходилось убивать одного из них. А этого слона ты убила? Нет, мой отец, но я была с ним. Ты не боялась? Нет, я ведь там родилась. Разве ты боишься машин? Посмотрите эти книги. Это Килиманджаро. Да. Снега Килиманджаро. Высота 6000 метров. Знаешь, африканские горы необыкновенно красивы. Вот, смотри. Водопады Замбези. Кения – одна из самых красивых африканских стран. Она красивее, чем Конго, Родезия, Сомали, ЮАР. Там есть деревья высотой 50-60 метров. Это баобаб. Африка – изумительная страна. Смотри, какие виды. Но там ведь всегда жарко. В Кении есть все – джунгли, снега, саванна. Похоже на нее? Не отличить. Секундочку. Все, хватит играть в негров. Почему твой отец не возвращается? В Кении у него своя ферма, лошади. Он выращивает цветы. Только боюсь, там скоро начнутся волнения. Все снова достали свои револьверы.
Все это кто? Белые или цветные? Перестаньте говорить по-английски, я ни слова не понимаю. Все снова схватились за оружие. Правда? 6 миллионов негров хотят вышвырнуть 60 тысяч белых. Хорошо, что они только недавно слезли с деревьев и сбросили хвосты, иначе они бы нас уже вышвырнули. Самое время. Могу сказать только одно. У них есть человек 10 вождей, которые учились в Оксфорде. Все остальные — обезьяны. 6 миллионов обезьян. Должно быть симпатичных обезьян, раз тебе там так нравилось. Возьми, к примеру, Конго. Закончив первый класс, там все уже считают себя министрами. Пусть сначала закончит второй. Ты вернулась в Кению, чтобы родить ребенка? Кения — мой дом. Там есть самая современная клиника. Собака убежала. Как? Если дверь не закрывать на цепочку, пес может ее открыть. Боже, муж с ума сойдет, если его любимец не найдется. Вряд ли я когда-нибудь вернусь в Кению. Мой муж не хотел бы там жить. Мы очень близки друг к другу, но все-таки есть стена. А здесь мне некуда пойти, кроме ближайшего магазина. Тебе нравится быть одной? Я не люблю одиночество и тоску по своему народу. По обезьянам? Вероятно, когда ты находишься там, ты меньше задумываешься о счастье. Все идет своим чередом. Я ошибаюсь? Нет. А здесь, наоборот, все так усложняется. Даже любовь. Смотри, вон они. Зевс! Зевс! Марта! Марта, который из них твой? Вон тот, черный. Вы что-то не поделили, да? Послушай, я хочу тебе кое-что сказать. Послушай. Виктория. Виктория.
Франко, это Витория. Не шути так, лучше помоги мне, я ушла от Рикардо. Наконец-то. Это серьезно. Рикардо у моей двери. Он может что-нибудь натворить. Нет, приезжать не обязательно. Я позвоню, если что. Я хотела сказать, ему сейчас тяжело. Пожалуйста, будь с ним рядом. Лучше бы я был рядом с тобой. Почему бы нам не встретиться? Через 43 минуты мы подлетим к аэропорту Рима. А что самое трудное в управлении таким самолетом? Найти пункт назначения. Ты сбавил скорость? Да. Так что сказал диспетчер? Впереди по курсу густая облачность. Но, кажется, я вижу просвет. Давай-ка, бери левее. Потом мы выровняем курс. Хорошо. Что это за облако? Похоже на слоистое дождевое, но обычно они образуются ниже. Оно такое огромное и как будто светится изнутри. Оно образовано каплями воды и снежинками. Мы летим прямо в него. Как здорово. Неплохо. Послушай, мне нужно позвонить. Я пока отмечусь. Я с тобой. Витория, ты пойдешь с нами?
Спасибо. Привет. Вот ты где. За нами скоро придут. Здесь так чудесно. Сегодня будет игра на повышение. Советую много не покупать. Мне не очень нравится, как ведут себя русские. К тому же такая жара. Перед отпуском люди обычно сбрасывают акции. Тебе жарко? Мило. Похоже на электробритву. Я не могу появиться с этим на людях. Отдай это Дину, ему это больше подойдет. Эрколи. Добрый день. Вот, пожалуйста, этот номер. Росси. Росси. Я здесь. Вот, 1000 акций Финсидера по 1520. Хорошо. 1520. Дельфино. Дельфино. Я продал 500 акций. Вискозы по 840. Молодец, продолжай. Я займусь фиатом. Мальчики, кто пойдет со мной? На шлюху ты не тянешь. Я купил 300 Аника по 67. Фоскала. Да. Куплю 500 вискозы по 215. По 225. Я сбил цену.
Что будем делать? Поделим разницу. Внимание! Медиабанка 35700. Флоренцио. Пронто. Да. Пронто. Слушаю. Медиабанка 35700. Может купить пару сотен? Дино! Дино! Пятьдесят, пятьдесят. В Централе 25. В Централе 22000. 400, 600. Да. Почем вискоза в Милане? Да, слушаю. Ластет 4600. Пока. Это Лука. Слушаю. Да, небольшое снижение медиабанка. 700. В Централе 600. Ласта 4600. Да. Вита, Вита. Фиат медиабанка. Сколько? 702. 3. Медиабанка, ничего. Опоздали. На проводе Милан. Милан. Здравствуйте, сеньора. Сегодня здесь плохо пахнет. Здесь не помешал бы освежитель воздуха. Сорок тысяч двести. Отлично. Позвольте. Есть хорошие новости, Мими? Конечно, только держу их при себе. Ведь говорят, что женщины приносят несчастье. Ну, как дела? Для меня не очень. Те акции, что я вчера продал, сегодня подскочили. Не переживай, я принесла сольную удачу. Вечно эти цифры скачут, как бешеные. Ты что-нибудь продала? Да, немного акций Морелли. Такая духота, я всю ночь не спала. Могла только раскладывать пасьянс. Слушай, Марко, Звилупо по 4060. Покупаю 2000 акций Фиата по 500. Послушай. Даю менеджера. Да. Да, я немного продал. Рынок вялый. Цены падают. Сенатор ничего не передавал? Что? Видишь, как поднялась румянка? Наверное, они выпустили новое мыло для беды. Пьеро! Да, слушаю. Да. Дино! Дино, скорее! Пирелли в Милане упали на 100 пунктов. Звони в Милан. Узнай что-нибудь. Продаю. Да, продаю. 10-200. Va bene.
Закрыли на 9700. Это конец. Так что мне делать? Продавать? Успокойтесь. Все нормально. Не слушайте его, делайте наоборот. Они привыкли выезжать на нашем горбу. Что она сказала? Она ненормальная. Ну что, ты продаешь? Пока рано. Я больше не могу ждать. Медиабанка 10800, Фиат 35. Быстрее. Просто самоубийство. Так что мне делать? Я не знаю. Говорил тебе, много не покупай. Все, хватит. Если кружится голова, выпей кофе. Ты в Милан позвонил? Пока нет. Да. Сеньорина, соедините меня с Миланом, или я обзову вас дурой. Я! 2000! Даю 2000! Дженерали 6600. 410. Фиат! Покупай акции Фиата. Что, по 70? Продавай. Денег больше нет. Come a 70? Dai, qui sta sbragando, non c'è più denaro. Не настаивай, здесь их не продают. Будем все продавать? Вызови Зенару, 7265, если продавать. Цена упадет еще больше. Надо продать их в Турине, в Гену, еще где-нибудь. Сейчас везде так же. Подойди. И почем? По 10500? Сейчас они стоят 7300. Хочешь покрыть убытки? Ладно, я покрою тебе 200 пунктов. Устраивает? Ты просто грабитель. Это катастрофа. Даже Франкфурт распродают. С него-то все и началось. Что, сеньор? Вечно этот Франкфурт. Это все они, всегда они. Эти социалисты во всем виноваты. Какие социалисты? Джанини. Я как раз собирался тебе звонить. Ну, что будем делать? Покрывать разницу или все продавать? Я вовсе не собирался увеличивать свои убытки. Выбери среднюю тактику. Хорошо. Говорят о каких-то займах. Да, 300 миллиардов в долгосрочных казначейских облигациях. А откуда ты знаешь? Да так. Я тебя видел вчера. Красивая девушка. Я ее знаю. Забудь о ней. Приударь лучше вон за той.
Воры, эксплуататоры. Это заговор. Эксплуататоры, воры, бандиты. Сеньора, вы обронили блокнот? Не обронила, а бросила целых два. Смотри, боже, какой ужас. Что случилось? Назад, господа, назад. Наконец-то ты себя показал. Ты не рад? Грязные спекулянты, мошенники. Иди, иди отсюда. Пьеро, не видел мою мать? Бруно! Зачем ты сюда пришла? Вставай, мама, пойдем. Куда пойдем? Домой. Чего ты ждешь? Что случится чудо? Все рушится. А мне идти домой? Все шло так замечательно. Кто теперь возместит мне убытки? Мне нужны миллионы. Кто мне их даст? Если бы ты осталась с Рикардо, надо было думать хорошенько. Мама, на бирже всегда то взлет, то падение. Это нормально. Это ненормально. Кто-то всегда тянет за веревочки. Это политика. Пусть так, но я не хочу видеть тебя в таком состоянии. Вы идете, сеньора? Это история с левыми. Это так серьезно? Это поправимо? Были бы деньги, все можно исправить. Особенно здесь. Но для большинства это полная катастрофа. А для моей мамы? Не знаю, она, наверное, потеряла 10 миллионов. Это много, но подумай о миллиардах, которые сегодня потеряли все итальянцы. Видишь того человека? Он потерял 50 миллионов лир. Дайте что-нибудь успокоительное. Что закажете? Минеральную воду.
Ваша вода. Я же говорил вам много не покупать. Я всегда работаю с гарантией. Все равно, будь осторожен. Все расходы должны покрыть клиенты. Лимонад. Лед не нужен. Что-нибудь выпьешь? Да, спасибо. Извини. Один жетон. Здесь очередь, так что я с тобой прощаюсь. Пока. Охлажденный кофе. Он нарисовал цветы. Кто? Человек, который потерял все свои деньги. Да, сегодня многим не повезло. Ты неугомонный. Мне что, стоять на месте? Пока. Интересно, куда денутся все эти потерянные миллионы? Никуда. Тот, кто выиграл, должен получить деньги. Да. Деньги проигравших. Ну, все не так просто. Но если человек проигрывает, куда идут деньги? Не понимаю, почему не упали акции Мартиненьо? Объем торгов по ним был маленький. Ну ладно, пока. Я тебя провожу, куда ты? К матери. Она-то не станет рисовать цветочки. Держи. Спасибо. Куртку не желаете? Возьми в подарок. У меня уже есть. 1200. Спасибо. Нам не нужно. Никогда этого не понимала. Мой отец для нее давно уже ничего не значит. После его смерти все пошло наперекосяк. Он был таким сильным. Но я его не помню. Я была слишком мала. Вот чего больше всего на свете боится моя мать. Нищеты. Ее все боятся. Я об этом не задумываюсь. И не мечтаю разбогатеть. Твоя комната? Как же изменилась. Смотри, не знаю, как я здесь умещалась. Ты была меньше ростом. Мама говорит, 15 лет я была очень высокой. Гораздо выше, чем сейчас.
Ты здесь? Я дам тебе что-нибудь из своих драгоценностей, как поручительство. Вы ели? Да, спасибо. Пойду себе что-нибудь приготовлю. Послушай, мы можем как-нибудь быстро исправить ситуацию? Ассекуратриче 91 и 270. Акции Адисона меня всегда выручали. Может, продать их? По радио передают котировки. Ты слушаешь радио? Ничего хорошего. Бреши 10-300. Сообщи клиентам о положении дел. Начни с самых крупных. Не забывайте, биржевые котировки отражают общую экономическую ситуацию в стране. Ликвидность акций по-прежнему высокая. Нам помогают другие страны. Швейцария покупает. Швейцария всегда покупает. Важно, чтобы кто-то покупал. Банк Италии дает отсрочку по возврату в суд тем, кто пострадал особенно сильно. Министерство экономики найдет какое-нибудь решение. Неприятная ситуация, да? Что будем делать с Танини? Я отправил телеграмму. Куда? В Ричионе. Оттуда ему передадут. В такой момент ты позволяешь клиентам уезжать, не оставляя нового адреса? Они меня не спрашивают, сами уезжают. Он нам должен 4 миллиона лир. Не понимаю, ты сообразительный, умный, опытный человек, и допускаешь такое. Франко, принеси мне эти записи. А Франко нет? Он вышел купить марки. Что за недовольный вид? Не нравится много работать? С чего вы взяли? Это я. Мы вечером увидимся? Не знаю. Жди на том же месте. Нет, не обещаю. Если опоздаю, съешь мороженое. Но все, до встречи. Позвольте. Я не собираюсь с вами разговаривать. Неужели непонятно? На этот раз вы потеряли деньги по моей вине. Раньше приходили, забирали денежки и даже спасибо не говорили. У меня свои проблемы, у вас свои. До свидания. Послушайте. Дайте гарантии, не заставляйте продавать все. И занимайтесь спекуляциями. Если котировки падают, я выплачиваю страховку. Если поднимаются, вы забираете разницу. Вы правы, но мне-то что делать, скажите. Мне что, до ночи вам тут все втолковывать? Когда вы ко мне пришли, у вас было всего 400-500 тысяч. Ведь так? Ну да, все верно, это так. За 2 года я заработал вам 8 миллионов, а потом посоветовал остановиться. Но вам все было мало. Куда делись эти миллионы? Вы что-нибудь купили? На эти деньги? Нет, ничего не купил, я разорен. Значит, вы сами во всем виноваты. И признайте это. До свидания.
Всего доброго. До свидания. Выпейте что-нибудь? Немножко. А ты, Мария? Я даже аппетит потеряла. Я знаю, почему ты такая недовольная. Не переживай, увидишь. Завтра вы с ним встретитесь. Я вчера видел, как она вместе с ним любовалась закатом. Пока. До свидания. Пока. Небольшая чистка нам не помешает. Останутся только лучшие клиенты. Те, кто сильно не страдает. Недавно звонил Бордини. Он потерял 100 миллионов. И даже глазом не моргнул. Выпьем. За него. Налей мне. Я даже пальцем шевельнуть не могу. Куда ты? Забыл, меня ждут. Привет. Привет. Ты что, волосы покрасила? Немного изменила тон. Не нравится? Когда мы познакомились, ты была блондинкой. Все так хорошо начиналось. Может, закончим на этом? Да, пожалуй. Да. Пойдем? Хочешь уйти? А что здесь делать? Ты права. Уходи, а я останусь здесь.
Привет, красавица. Привет, а ты кто? Добрый вечер. Здравствуй. Что ты пишешь? Перевожу одну статью с испанского. Как по-испански «я хочу к тебе зайти»? Ко мне нельзя. Ужасный язык, правда? Не понимаю, зачем тратить на это время? Я тоже. Это моя машина. Тот самый пьяница. Угнал мою машину. Мне жаль. Да уж. Где полиция? Не знаю. А такси здесь есть? Я вызову. Привет. Привет. Я хочу посмотреть. Хорошо, что ты меня позвал. Там труп. Не может быть. Тот пьяный, которого мы видели? Скорее всего, больше некому. Он, наверное, медленно тонул. Вмятин совсем немного. Что? Ты думаешь о вмятинах? Еще о том, сколько времени придется чинить двигатель. И о деньгах. Пожалуй, я ее продам. Пробег 8 тысяч, недавно покрашена, почти новая. Как дела? Хорошо, у тебя?
Что творится на бирже? Ситуация улучшилась. Только с утра потратил уйму времени в полиции. Они хотели знать, как угнали мою машину. Какой номер, ну и все такое. Я тоже отнимаю у тебя время. Да нет, мне все равно по дороге. Да? Но я-то пришла с тобой повидаться. Вот дурочка. Хорошо играет. Что за пианист? Не знаю, кто-то из стариков. Марта. Она родилась в Кении, убивала слонов и бегемотов. Марта. Привет, скорее неси свою винтовку. Минутку. Приготовься. Прекрасный выстрел. Ты видел? Спасибо. Какая она умница. Да, умница. Ты уже домой? Пока. Перейдем дорогу, я тебя поцелую. Мы на середине.
Я ухожу. Что? Ладно. Подожди. Да. Ну, пока. Слушаю. Пронто! Ты уже здесь? Уже 15 минут. А я думал, что я первым приду. Но первой пришла я. Как дела? Отлично. Я купил новую машину. BMW.
Чем займемся? Поедем куда-нибудь? Давай. Ко мне домой? Тебе домой. Какое красивое лицо. Что с тобой случилось? Ничего. Погуляем немного. Почему ты села здесь? А это что? Она всегда здесь висела. Ты правда здесь живешь? Иногда. Я здесь родился. А где ты обычно живешь? У меня есть другая квартира. Она поменьше. Холостяцкая квартира? Почему мы не пошли туда? Ну, потому что... Хочешь? Конфеты будешь? Какая жалость. Все правильно. Перестань обращаться со мной, как с гостьей. Иди сюда. Что ты делал вчера вечером? Ужинал в компании 8 миллиардов. Да, и девочки по вызову? Если бы у меня было на это время, я сам девочку по вызову. Твои родители никогда не включают свет? А ты чем вчера занималась? Почему ты задаешь так много вопросов? Не обязательно знать так много о другом человеке, чтобы любить его. Иначе любить не стоит, но все же мне удалось развлечься в компании очаровательных людей. Я их знаю? Вряд ли. Они не играют на бирже. Тебе не нравится бывать на бирже? Я так и не поняла, что это. Контора, базар или ринг. Хотя это вовсе не важно. Нужно чаще там бывать, если вникнуть в суть дела. Это становится страстью. Страстью к чему, Пьеро?
Извини, я не хотел. Ничего, платье всегда рвется. Витория. Витория. Витория, можно войти? Нет, нельзя. Thank you.
Я чувствую себя иностранцем. Странно, я воспринимаю тебя как иностранца. Ты выйдешь за меня замуж? Замужеством я уже сыта. Ты ведь никогда не была замужем. Я имела в виду другое. Ну, тогда я тебя просто не понимаю. А вы со своим женихом понимали друг друга? Если любишь, то понимаешь. Тогда и понимать нечего. Скажи, по-твоему, мы сможем жить вместе? Не знаю, Пьеро. Только и твердишь. Не знаю. Так почему ты со мной встречаешься? Только не говори, что не знаешь. Я бы хотела не любить тебя. Или полюбить сильнее. Получается, одна рука лишняя. Давай ее сюда. Нет, теперь твоя лишняя. Подожди. Не убирай, мне так нравится. А помнишь ту пару на скамейке, которую мы видели на днях? Да. Как они делали? Такие смешные, они так друг на друга смотрели. Я вспомнила другую пару. Какую? Уже поздно. Для тебя, не для меня.
Мы завтра увидимся? Мы увидимся завтра и послезавтра. И послезавтра. И на следующий день. И сегодня вечером. В 8. На том же месте.
Ядерный век. Мир неустойчив.